видеообзор на ноутбук Asus, Vivobook X540. Межсостояние корпуса хорошее, здесь была наклейка, ее содрали, скорее всего, ее вот она загрязнилась. Рамка в порядке, конечно, целая, засветов на экране нету. Небольшие потертости по краям имеются. В комплекте имеется зарядное устройство, такая вот коробочка. Проверка клавиатуры. Режим самолета включен. Сейчас обратно подключимся. Сейчас звук на максимум. Вся клава полностью рабочая. Ничего не залипает. Это у нас YouTube. Сейчас включим любое видео. Конечно, в таком приложении, в таком браузере грузить его такое себе, но приходится. Следующие 7 дней я проведу погребенным под 9 тоннами грунта. Это самое страшное, что я когда-либо делал. Хорошо, думаю, пора. Похороните меня. Грузит звук хороший. То характеристики. 4 оперативки. А6 9225. 2 ядра, 2 процесса логических. Сейчас проверим USB-порт. USB-порт работает. Также он стандартная видеокарта. И 500 гигабайт HDD памяти. Сейчас проверим состояние. Всех приложухов, говорят, болели. У одних у нас все заебись, по-моему. Сейчас проверим диск. Прогрузится. Даже мы фото скачивали, то есть в игрушечки поиграть можно. О, хорошее состояние диска, 1300 часов общего пользования. Не в критическом состоянии, а в отличном. USB-порты все работают, от питания работает и от аккумулятора.
крышка здесь нету над буковкой А корпуса. Шильдик. Год. Состояние у него отличное, без каких-либо сколов и трещин в комплекте. Коробка и зарядное устройство. Ну, к сожалению, нет, потому что это полпрограммы.